Доброго времени суток, дорогой зритель, и, как всегда, добро пожаловать на мой канал. Сегодня нам с тобой предстоит увидеть финал истории первого дополнения, он же Annihilation Instinct. И эта серия будет чуть-чуть больше часа, поэтому обязательно большой тарелкой вкусностей надо запасаться и смотри мое прохождение с самого конца, будет интересно и увлекательно. Ну что ж, поехали играть. Что ж, игра очень часто почему-то крашится в рандомных местах, в рандомное время абсолютно. То есть, ладно, каждый раз одинаково, я бы понял, но тут каждый раз по-разному. Поэтому я уже даже не знаю, какой это эпизод. Просто продолжаем дальше, да? Выберите желаемое действие. Давайте чекнем. Еще раз сохранилось. Понятно, ничего не сохранилось. Так, что-то дешевенькое. Все, давай мне. Хрен его знает, что это такое. Итак, у меня не хватает ни сюда, ни сюда. Ну и хорошо. Так, Элеонорка, значит, у тебя тысяч. Давай, знаешь что? Майор, оружие и... Складик. Что мне из-под тебя надо? Пока убираем раз, два, три. Берем раз, два, три. Потому что там много электрических товарищей, их надо всех уравновесить. Аленка занимает один слот или... Нет, нельзя, да? Два. Я вас понял. И чё? То есть вот так можно, да? Так нельзя, ладно. Хрен с тобой, золотом и на рыбке. Все, ну примерно разобрались, да? И сохраняемся. Погнали. Ой, промазал. Тут еще надо отлутать опять. В очередной раз. И вот тут. Чекаем вокруг. Брата акробаты, вот же вертится ебучий дырой. Маленькие шумнишки слишком самостоятельные. Они сами выбирают комбинацию. Но ты же не откажешься дарить мне эту бусинку, любимый. Угу, подарю обязательно, если эти милые бусинки меня по полу не размажут. Да что ж такое все, долго тут долго. Конечно. Чего вас так много? Так, ты можешь щит включить, спасибо. Ты
пока бегаем, нормально. Оп! Что-то тяжко как-то пошло. Давай, бегом. Оп. Пора уже отстреливаться как-то, а? Сейчас все закончится, и будет неприкольно. Тихо. А есть? Так, кто где? На тебе! Теперь у меня будет еще одна бусинка. Как это мило с твоей стороны, милый. Скорее же, понести свой подарок в мой раз. Угу, уже бегу. Волосы назад. Ай, смотри, что я долутал, что не долутал. Ага. Не долутал. Так, ненасытная, подожди, сейчас все будет. Не спеши. Ну, это было тяжко. Закончилось вообще все. Ничего нет. Мне опять нужна Элеонора, чтобы хоть что-то. Вообще просто побоище такое было. Так, пистолет нет. О, собирал. Седьмая установлена.
Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. Так, Элеонорка, ты где там? Ага. Так, милашка. Туда не... А где Элеонорка-то? Мне бы засейвиться, а? Так, я же здесь уже был. Я здесь со всеми поговорил. Твою мать. Опять враждебные единицы. А сколько можно? Откуда они? Постоянно спавнятся. Текс. Ага. Ой, здрасте, я тут мимо прохожу. А, ты стал враждебный, что ли? Нафиг. То он меня заразил чем-то. Блин, у меня и так патронов нет, еще ты на меня выходишь вот это вот. Так, где-то вот тут. Мне бы для дробаша чуточек патрончиков. И вообще все будет замечательно. Так, ну здесь как-то вроде от лутана, да, так более-менее. Я еще как бы здесь. Возможно, не все. Хотя я здесь был, значит, все. Ага. Элеонорка, привет! Давай, рассказывай. Доступ разрешен. Давай сначала меня качнем, потом для меня. Чего у тебя есть? 400. Забираю. Если я правильно понял, то у меня вообще теперь все вкачано. Правильно? Ну, человечек и техно. Вот используемые навыки. Вот они все есть. Здесь тут у него и так уже все есть. Ну все. Доступ разрешен. Да что ты говоришь? Так, складик. Давай на складик зайдем. Что у тебя есть для меня? У тебя вот есть. Мало, да? Для дробаша надо. Давай еще Аленку возьмем. Давай, дробаш. Авторизация. Это я понимаю. Сохранение данных. Погнали на вечеринку.
Включи гринку. Неужели все DLC заключается в том, чтобы все бусинки пособирать? Вообще здесь уже везде был по нескольку раз. Ага. Это все замечательно. Это все. Лёленка. Так. И вопрос с табом. Ага, Алёнка есть, отлично. Алёнка есть. Чё по пистолету? Как же так можно идти? Нельзя. Последняя бусина должна быть здесь. И, конечно же, враждебная единица. Он не враждебный. Не стреляем. Судя по звуку... Ты! У меня больше нет! Неужели этого не хватило? Больше не надо. Но ради интереса спрошу. Чего не хватило-то? Ну, капсул дофамина. Не хватило? Я уже, как видишь, больше не привезу. Ну, коллектив заработал, в сети найдешь, где достать. Графинчика водки. Эксперимент провалился, вот и не хватило. Какой еще эксперимент? Устройство работает? Не пойму, ты в Лимбо вышла или нет? Нашла ты своего... Вот же я, дурень. Разболтал, разболтал меня, черт языкастый. Стыдись. Да я и слова не сказал, в общем-то. Уходи немедля. Ну ладно. Элеонора. Запуском сети коллектива 2.0. Есть предположение, что надо сохраниться. Ну, погнали. Простое. Сова, открывай. С запуском сети коллектива 2.0 мир преобразился. Человечество сделало шаг на пути к вершине. Ускоритель. Ух, как тут красиво. Офигеть. Это что, медь все или золото? Выглядит просто мега круто. Почему несколько точек появилось? А, это типа куда отнести? Ладно, понятно. Тут очень прикольно. Не знаю только, что здесь делать. Снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Вот тебе и мозг, Элеоноре. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Понятно, понял, принял. Побежал. А, арена, да? Все-таки арена. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, ногу сломит, блин. Да, но нам как бы восьмую бусинку надо. Привет, красотка. Да ладно, это потом. Thank you.
Элеонора, так что это такое, слеза? Порождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать, дорогой. Ты же военный. Значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. И прошлое не стоит твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. Стоять. Я как бы... понимаю, а где... Твою мать, сколько же их тут, а? Ага. Короче, их только с электрошоками фигачить. И там какая-нибудь хрень побольше, да? Там же что-то вон есть. Да, но тут почему-то все закрыто. А я пришел исключительно за этой бусинкой. И чё вы мне? И... А, я вас понял. Я вас понял. Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Все готово? Для чего? Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Ты настоящий мужчина. Я так счастлива, мой любимый. Да, тут, конечно, все заточка на электромагнитное оружие. Поэтому... А у меня его нифига нету.
обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. Угу. Хочешь, дорогой, но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи, верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность! Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию. Полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. Ты серьезно? То есть ты не будешь ничего вот здесь вот делать? Серьезно? Доступ разрешен. Ты даешь. Все-таки будешь про жену расспрашивать, да? Эх, майор, майор. Что ж ты творишь? Так, капсулки есть. Давай пока вот так сделаем. Что по... Так, здесь 18, да? Ну, относительно нормально. Майор, майор, я-то думал, сейчас начнется шарики раскладывать там по цветам. Ты, значит, опять что-то прожил. Ну а что, ты уже все знаешь. Уже все все знают. Уже все все видели даже неоднократно. Ты вот один ничего, что-то хочешь узнать. Вот что ты хочешь бы пересобрал бы и все. А, то есть у нас еще баталия с бабазиной должна быть, да? Все, побежали. Ну, я же говорил вам. Что, опарыш? Ты предал еще одного своего хозяина? Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей гаденьке? Вот и выясни. Идиотов используют. Они обеспечивают информацией. Сеченов убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мог. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера.
Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Ну, это было предсказуемо. Я хрен знает, я что-то прослушал, куда надо. Давай, ангар. Дождливым вечером, вечером. Я как бы все понимаю, но не понимаю. Карты у меня по-прежнему нет, да? А мне сюда надо или не сюда надо? Пока не очень понятно. Коллектив продолжает покорять мир семимильными шагами. Блин, я вообще никуда-то не туда прилетел. Вообще непонятно. Ну, 200 метров, да. Но как туда пройти, эти 200 метров? Вот это вопрос. И пока... Этого майора в Химках на базаре видал. Деревяшками так. Я достану тебя, даже если это последнее, что я сделаю. Ты ответишь за каждое перо с моей жопой. Это что было? Хз, может, я не туда прилетел? Давай. Парк Свобода. Непонятно. Точка показывает туда, но там куда идти непонятно. Но если что, сюда можно вернуться. Хотя вот письмо. Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патрий. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь... Только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий.
и забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй! Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Ну, подошел. И чё? А, понятно. Здрасте. Подошел. Петри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла. Но ее мозг сохранился. Фрагментарно. Чего? Тело блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю, Катей. Ебучие пироги, Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней и не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память, но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил, но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы договорились. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию, если она заподозрит обман. То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаюсь. Она не женщина, это механизм, старая. Неважно, она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее опарыш, как предал Катю! Бабка, отвали, сказано! Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. То есть у нас товарищ майор хочет и рыбку съесть, и на стульчик присесть, да? Молодец, молодец. В 100-метровке так и бегаем. Этого старого зануды. Теперь я смогу изменить схему рекомбинации, и никто не лишит меня воли. Рассказывай, что ты знаешь о Екатерине Нечаевой. Слеза, о которой ты спрашивал, появлялась здесь несколько раз. Из ее слабых излучений следует, что твоя супруга не погибла полностью.
Ее сознание разобщено на части, которые словно погружены в сон и утопают в глубоком густом тумане. Но эти части находятся где-то в бесконечных глубинах массива. Ты бредишь, что ли? Что еще? Это все. В каком смысле все? Что хоть это значит? Жива или нет? Можно ее найти, спасти? Спасти? Зачем? Физически твоя жена погибла. У нее нет тела. Сознание раздроблено на части. Зачем тебе все это? Забудь и радуйся тому, что есть у тебя сейчас. Я хочу вспомнить себя. И единственная зацепка — это вот эта летающая сопля. И, возможно, живая Нечаева. Но сейчас у меня ничего нет. А как же я? У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Что еще тебе не хватает? Нормальной жизни и правды. Дорогой, мне не нравится твое отношение. Я сейчас еще и рекомбинацию запущу. Вот как? Ну что же, попробуй, дорогой. И как бы это вся угроза, да? Я просто ни хрена не понимаю. Ну тут вот пятерка. Цвета у нас какие-то серые. Или это один такой? Синие, красные, желтые. Вот это вот. Хорошо, это я понял. А вот эта однерка, это где, в каком месте? Вот это вот. Не понимаю, что от нас требуется, что с чем должно быть сопоставлено. Нет, я понял. Не, тут все понятно. Красненькая. Это вот сюда вниз, от нее красная должна быть. Одна красная. Ну, берем красную. Вот так. Правильно? Правильно. Там, где две, зеленая, синяя. Так вот. Зеленая. Тут синяя. Там, где три. Синяя, красная, коричневая. Поехали. Синяя. Прошу меня извинить. Назад, да? Синяя. Красная. А, вот там вот коричневая. Вот это типа коричневая или? А, это типа коричневая. Я вас понял. 1, 2, 3 мы сделали. Собственно, теперь идет 4 опять, да? Значит, это вон туда. Синяя, потом зеленая. Так. Сторону не понял. Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности дороже твоей лживой любви. И пучи пироги, волновой вихрь. Опа. Сынок, ты цел? Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. Это безумно красиво. Это очень круто. Но запомнить все комбинации... Увы, я не в силах. Так, там у нас синяя, зеленая,
Синяя, зеленая. Как-то это вот вообще не похоже. Ну, синяя-зеленая, хорошо. А вот это тогда... Ну... Раз, два. Раз, два. А, трин-трин. Все, не, похоже, похоже. Это я, это я. Это я тупой. Коричневая. Коричневая. И... Красненькая. Так, так, так. О. Раз, два, три, четыре, да? Теперь пятюнька. Прямо коричневая. Коричневая. Зеленая. Упс. Зеленая в какую сторону? А, вниз на одну. Зеленая. Потом единственная единичка. Потом идем наверх, да? Синяя. Я, блин, забыл посмотреть. Куда там надо было? Аж сюда. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты проплатишь. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересобери. Да. Собственно, самая последняя финалочка DLC. Так, сейчас будет жесть, поэтому... Но цвета так и были. С самого начала. Так, там вот эта вот фигня, она боится вот эту. Так, сразу перезаряжаюсь. Есть, есть, есть. Погнали. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени... зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Посмотрим. Люблю. О, какая красота. Это будет долго. Пока эти шарики еще будут там разваливаться. Ну, пойми что. Ой. А откуда я его вытащил? Твоим. А что я наделал? Я вообще не в курсе. Откуда я его вытащил? А, сюда. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью.
сделай. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Посмотрим. Парили мне. Я включил щит и уже сдох? Классно. Пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Так вы собрали мать. Ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Так, а чё если... Ну, два... Да, блядь, я не ту кнопку нажал, сука. Хотел шоколадку Алёнку применить, посмотреть, что будет. Твою мать. Сколько тысяч раз я буду перезапускать? Это всё. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишься. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Зарядка, давай. Да бегом! Я не успеваю отхиливаться. Так, а есть у меня еще... Да, твою мать! Алёнка! Стреляй! Что
что по пистолету? Очень долго, долго, долго ты это делаешь. Да ну блин, главное успеть. А что по пистолету? Понятно, пистолет закончился. Это плохо. Это очень плохо. Потому что патронов больше нет. Я не понимаю, что делать. Вот и все. Нету. Я не знаю, как его теперь долбенить. Ну. Подходи. Да долбень же тоже куда-нибудь. Да. Ну как в конце, блин, основного сюжета. В рукопашку пошел. Догоню. Конечно, догнал, но с чего мне его догнать?
Ничего. И чё он, блин? Все. А, это появилось, да? Воу, не-не-не-не-не-не-не. Умоляю тебя, не лишай меня индивидуальности. Я хочу сама решать, как мне жить. Это несправедливо. А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. Так, а... Ну, типа он сказал, чё? Пересобери. Так, а здесь уже, по-моему, точно так же. Ну, давай проверим. Зеленая, синяя. Один, два, третий. Синий, красный, коричневый, синий, красный, коричневый. Я не помню, в какую сторону. А, и что тут красное, что тут коричневое? Вот это вот еще момент. Да, уйди, подожди. Куда там в сторону? Троечка. Синяя, красная, коричневая. Синяя, красная. То есть, значит, это... А, ну вот, вот оно. Ой. Так, стоять. Вот так. Есть контакт. Да. Троечка готова. Четверка, смотрим. Синяя. Синяя, зеленая. А, блин, я тебя понял. Синяя — это зеленая, правильно. А потом коричневая, красная. Коричневая. Где, блин, эту коричневую искать? Ну, коричневая, красная, тогда правильно. Коричневая, красная. Подними. Поехали. Прямо. А, на пятерке, да? Коричневая. Коричневая, зеленая. Белая. Потом синяя, красная. Синяя. Хрен знает. Это красная. Так. Собрано. Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеоноры приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Начат процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок.
Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. В ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот первое дополнение. Отсюда что мы поняли? Что правильная концовка — это ту, которую я изначально выбрал. Что никого он не пошел, ну, не пошел разбираться с Сеченовым. В итоге просто оторвал Храза и ушел. Вот. Ну и, конечно, на моем канале, вы знаете, есть второй вариант концовки. Она же плохая, да? Вот, и как-то в плохой я сразу говорил, что ну вот нету продолжения, как-то вот не цепляется за ним. Все как-то очень печально, грустно, история закончилась. А вот в хорошей концовке как раз-таки, пускай она какая-то слабенькая, но в ней прям видно, что должно быть продолжение. Так что все, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо, всем до новых встреч, как-то так, пока-пока.